перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Вот что нам надо же заправляться? А, мы потом не заедем. Да еще хватит. А сколько там? Да хватит еще. Прям. Да, на косарь. Ну ты что? Еду на промасе. Сань, кстати, слышь, что, мы заходили опять в аптеку? И, короче, сказали, что нету, прикинь. В общем, ты надо, чтобы словечко замолвил. Ну, походу, ее там раскатывают. И надо мне, короче, написать кое-что тебе. Еду, Аврор. Еду на промосе. Йоу, камон, что у меня такое? Всем салют. Кто послушал альбом, уже расскажите, пожалуйста, свое мнение. Да, какая песня больше всего понравилась? Новый рэп ушлепки. Просто черти не публикуют. Они сказали, что они Underground не публикует, вы представляете, что они сказали? Я умру вообще. Еду на промасе. Чё ты кучер? Брат. О-оу. Аврор, там полицейские едут. Посмотри назад. Вон они, видишь? Ты любишь полицейских? Почему? Они хорошие или плохие? Плохие. А есть хорошие? Есть. Есть же хорошие. Не ковыряй. В общем, что я попрошу у вас, чтобы альбом этот реально в каждой дыре, и не дыре нашей страны играл, в каждом уголке. Я не знаю, просто в каждой машине, в каждой тачке. Вот, спасибо за отзывы, реально. Много-много, вообще вчера директ просто был завален. И контакт завален, и сегодня продолжают писать. Всем спасибо за поддержку, всем от души, короче, старались реально. Не то, что старались, просто делали, короче, то, что мы должны, и все. Спасибо Никите, полтаблетки, Замер Звук, который с этим альбомом нянчился не меньше, чем я, как с детем. Мы просто, я помню, короче, мы приехали, ну, как приехали, альбом был, в принципе, сведен, и мы приехали на студию и, короче, думали, типа, ну, сейчас мы сделаем, чисто отмастерим по-быстрому за вот этот день, да, там, ну, посидим там 5-6 часов. В итоге, я не знаю, мы после этого еще, наверное, раз, может быть, 10 ездили, короче, на студию. Вот, так что реально он тяжеловато, короче, дался на самом деле. Ну, не то, что тяжеловато, просто я ни с одним альбомом, короче, так не возился. Может быть, потому что я всегда все сам делал, а сейчас люди мне помогали. Либо, короче, не знаю почему, ну, просто вот получилось именно почему-то все это долго. Я планировал... дебил, блядь, куда едет? Я планировал его выпустить, короче, когда? До Нового года еще. Еще до Нового года. В итоге он вышел только в марте.
Ну, шарите, да? Борода с усами, это чисто гусарская. Смотри, я вот так вот закручиваю усы. И уже все рэперы убираются. Когда я только усы закручиваю. Вот. Так что, кто хочет концерт в своем городе, пишите, там, не знаю, в директ или... У меня в профиле, короче, этот есть номер концертного директора. Вот, делайте обязательно концерты, будем рады посетить ваши города. Так что ПДВЛ Underground, ПДВЛ Сила, про килограмм. Да, на что написано, после заправки тебе съезжать или где? Да, там будет написано кат этот. Запад. Нет, дальше я съезд. Вот. Да. Гусары! Гусары здесь! Гусары на этом. Странный бит у кроссы. Ну, видите, как мы со станком сделали. А мне очень нравится кроссы. На самом деле. Он такой чисто движниковый. На него какая-то вся попса там, типа... Мы танцуем под минимал, блядь, елжей или еще что-то. А такой получился нормальный. Подземный танцевальный трек, можно сказать. Вот, так что такая тема. Я не смотрю, короче, комменты просто. Новый рэп, блядь, в натуре скатились. Пацаны, я помню время, никто не даст мне соврать, когда новый рэп выклянчивали просто репосты и там, блядь, всякую, просто пацаны, там, поддержите паблик, меня, Жеку Растут, Билли, Валика, Хитубита, там, местного того же, я не знаю, там, группа вообще, кто там в целом, все, кто был. Они всех просили для делать репосты, там, давать интервью, когда они только развивались, короче. А сейчас они просто, сука, зажрались одним словом, постят всяких, блядь, рэперов дырявых. Да, и реклама, короче, за бабки, и там всякие КВН, всякие какие-то смешные блогеры, там, блядь, еще что-то. Понимаете, они этой самой шляпой, они убивают просто жанр. Потому что не будем отрицать, что новый рэп – это один из пабликов-монополистов. И, в принципе, это как в Америке, ну вот, рассказывают, я не знаю, но рассказывают, да, что в Америке по радио играет, значит, то и слушают, короче. Также у нас только, типа, с новым рэпом. Что там на новом рэпе постят, типа, ну, многие люди так думают. Я просто общался много с кем. Они думают, что постят на новом рэпе, то сейчас, типа, там, ну, короче... Круто. Если они там будут постить, грубо говоря, там, не знаю, шлак какой-то, то люди будут слушать шлак. Вот, и они этим самым, короче, просто убивают музон. Я не говорю даже про себя, я еще раз повторяю, что есть много там, помимо меня, всяких там молодых рэперов, которые читают нормально, читают круто, блядь, делают андеграунд, и, блядь, пусть это сейчас это новая школа в моде, блядь, а нам без разницы. Пацаны делают андеграунд и делают это круто. И вообще, мне кажется, хватит уже делить это на старая новая школа. Просто кто делает музло и делает крутое музло. Почему его нельзя постить? Блядь, я просто не знаю. Ну, в натуре черти просто одним словом, вот и все. Так что такая, короче, у меня. Да, вот именно, слышишь, Никита, они превратились в СМИ. Понимаешь? Это СМИ только, да, хип-хоп СМИ получается. Реально это СМИ. Желтая пресса, ёпта. Так что, короче, слушайте альбом, делитесь там со всеми, с друзьями, блядь, с близкими. Чтобы он был везде просто. Не они, так мы сами все сделаем. Вот, всем спасибо, кто помогает, поддерживает, короче.